Ребята, привет! С вами Игнат. Сегодня 9 мая. На 9 мая у нас вот такая отличная погода. Правда, ветер, видите, как вода ж волнуется. Я иду туда, к Дворцовой набережной. Там стоят дальше арсенальные. В общем, там дальше стоят кораблики. Мы списались с Ромой. И, ну, мои постоянные подписчики знают Рому из нашей группы общей в WhatsApp. Рома подписчик, у него свой канал тоже есть. И, в общем, сейчас решили встретиться. И все бы ничего, такое солнце прям теплое. Но, блин, ветрище, сильный ветер. Трава такая красивая. Ну, так что ветер — это фигня, главное, что тепло. Я сегодня спал, а у меня же двор колодец. Ну, я уже не спал, а просто так лежал. И слышал, как вжу-вжу, такие звуки, как будто что-то тяжелое летало. Я еще не смотрел новости, но я так думаю, что... Не читал, не смотрел. Я так думаю, что это был... Наверное, самолеты летали. И вот там... Сенатская набережная, о, вспомнил. Там стоят кораблики. В общем, туда двигаю. Сейчас что-то полиция стояла с рыбаками. Два рыбака там под Литейным. Ну, у Литейного рыбачат. Один полицейский с ними разговаривал. Ну, они что-то, я в наушниках не слышал, о чем они. Ну, улыбались, стояли. А второй полицейский заполнял что-то там на набережную, облокотившись. Рыбаков, что ли, гоняют, ничего не знаю. Но вот что-то заполняет. Я думал, как бы меня сейчас не развернули. Нет, все нормально. И вот еще, смотрите, тоже полиция, видите, патрулирует. А знаете, что непривычно? Непривычно то, что нету трамвайчиков. Их же сейчас должно быть миллиард. Туда-сюда шмонать. Их вообще нету. Вот это непривычно. Ну вообще, ребята, конечно, я вот уже на Дворцовой набережной, народу вообще мало. Тут же капец, что творится. Ни кораблей, ни людей. Ну правильно, как откуда люди есть. Многие прям боятся, прям искренне боятся на улицу выходить. Все, я уже прям на Дворцовой, на Дворцовой. Пустота, никаких корабликов. Смотрите, сколько людей тут. Все, я здесь. У Эрмитажа. Сейчас пойду на Дворцовую площадь, зайду, посмотрим, что там. На Дворцовом мосту много машин. Тут много людей. Относительно, конечно, много, если это можно назвать много. Все гуляли. Тут все поздирали. Сегодня шел в одном месте траву косили, так уже травой пахнет. Коршуны свежие. Слушайте, и палатки-то вот эти все закрыты. Они же даже в лютые морозы открытые всегда. Ой, на Дворцовой люди есть. Прям много. Это день победы. Порохом пропах. Даже нету баннера этого, который он там вешает, 9 мая. Хоть бы баннер повешен. Вообще на Дворцовой никакого намека на праздник нету. Ну, людей достаточно таки много. Никаких рамок зато. Вот такой 9 мая, в принципе. Ну, по сравнению с тем, какие тут толпы, как... Я сюда не люблю ходить, когда вот сильные толпы. Вот такой 9 мая норм.
Хотя в это время, вот как я сейчас пришел уже сюда в 3 часа, тут уже более-менее так народ рассасывается. Но тут концерт в это время идет. Я даже, ребята, что-то никогда не замечал, что он там часы. Ну, я слышал, что они пиликают, но не смотрел, где они. Они, вон они. Курсанты фотографируются. Гуляют. Ну, смотрите, общую фотографию делают. Эх, в этом году они, наверное, готовились. К 9 мая. А 9 мая и нет. Машут. Нам помахали курсанты. Смотрите, красоту навели уже. Тут, кстати, позже всего почему-то их посадили. А, ну потому что тут закрыто все было. Мы вот с Лёхой дня 2-3 назад ходили. Не было здесь цветов. Вот они к празднику уже посадили цветочки. Вообще, конечно, круто. Народа мало, погода хорошая. И ветер, ну, такой нормальный ходит. Я у Дворцового моста. С этой стороны. Я медленно, наверное, иду к корабликам. Надеюсь, они там есть. А, людей сколько. Гуляют все. 9 мая празднуют. У меня такое ощущение, что, по-моему, там никаких корабликов нету. Не, по-моему, с утра уже уплывают. Ну, посмотрим сейчас. Сенатская набережная, ребят. Там музыка какая-то поет, вроде как. Слушайте, может, там маломальские гуляния какие-нибудь есть? Нет, конечно же, гуляний никаких нету, но... Музыка какая-то играет. Ребят, смотрите, а тут дыры. Это же стреляли, наверное, я даже не замечал. Не замечал я раньше. Ого, как вода поднялась. 3 ступеньки под водой. Давайте, ребята, посмотрим. Исааки. Быть тут рядом и не посмотреть еще разок. Это просто преступление. Давайте медного всадника заодно посмотрим. Так, отсюда мы его увидим. Скоро, ребята, влог будет откроется. Или открылся? Нет, еще, по-моему, не открылся. Мы были на том месте, где грузили этот камень Вольгина. И, кстати, ребята, никаких кораблей нету. Обидно, досадно. Ну ладно, может быть, они дальше, там, где подводные лодки. Сейчас я туда, подводные, ну да, там музей и такие подводные лодки, где строят у верфей.
Пойду я сейчас туда к верфям, ребят. А еще в этот влог я вспомнил, что мне надо вставить. Ребята, какая цветет же сакура цветет. Сад дружбы есть на Литейном, и там цветет сакура. Посмотрите, вспомнил я, чтобы это не откладывать в долгий ящик. Красивый ролик про 9 мая и красивую сакуру тоже в этом ролике посмотрим. Благовещенском Москве. Такой кадр отсюда интересно. Смотрите, Дворцовый мост с Троицким пересекается. Да, ребята, прикольный ракурс получается, что видно и Дворцовый, и Троицкий мост. Интересно. Ну, наверняка такие кадры уже делали. Смотрите, тут 4 буксира стоят в ряд. Там 2 каких-то тоже корабля стоят в ряд. Что, не буксиры, интересно. Ребята, смотрите, тут кораблики и па-па-пам! Рома с женой. Наконец-то мы не в онлайне, хотел сказать, в онлайне познакомились. Да, привет из Москвы. Ну, как бы, ну, будущий житель Санкт-Петербурга. Вот. Так что вот так вот. Он теперь не один по помойкам будет шляться, есть с кем по... Рома тоже, он что-то ходит, снимает. Да. Много наснимал уже сегодня? Величный. Мы сегодня снимали, значит, пролет самолетов. А во сколько они летали? В 10 полетели, мы возле Авроры снимали пролет самолета. Я так и думал, я лежал, такой грохот стоял. Они прямо над домами, похоже, где-то рядом со мной летели. Они в этом году, да, они через Пискаревское пролетели над ним. И летели не как обычно в ту сторону, а летели сюда. Вот, сняли это, постояли, сняли, как на Авроре оркестр играет. Ну и прошлись куда мы, да? Вот. Да, а вы где-то программу смотрели заранее, да? Так объявили же везде же. Я все всегда планирую заранее. А я нет. В этом мы уже знаем, да. О том, что куда пошлю, туда иду. Так что вот так вот. И, ребята, вот они, военные корабли стоят. Рома показал, здесь 2 и на той стороне несколько. 4. Да, но здесь плюс еще подводная лодка, но она здесь постоянно музеем стоит. Ну да. Мы сейчас ходим за кофе и посмотрим кораблики повнимательнее, получше. И здесь и народ-то на праздник хоть похоже, да? Китаянка, смотрите, какая ходит в обмундировании. Это мы видели, ее фотографировать везде она уже была. Она типа, наверное, как это, за деньги фотографироваться? Я не знаю. Или ее... Я родная. Это местные, так сказать. Ребята, вот на этой набережной 9 мая чувствуется. Это не кораблики. Так, и вон они еще, ребята, кораблики. Сейчас те кораблики тоже посмотрим. 1.
третий. И эти кораблики. Смотрите, ребята, кораблик причаливает. Что это за корабль, интересно? Береговая, типа? Вот, да, кого-то стоит, берет на работу. А-а-а. Ой, на таком бы покататься. Вот они, ребята, поближе, тягачи эти. В общем, где-то салютуют. Это и такое включение салюта. Да, я тоже думаю, если отсюда его посмотреть, ну нифига, его, наверное, мы не увидим. Если мы его не увидим, то до него мы точно не успеем дойти. Ну, стреляет явно там. Слушай, если они стреляют на парке 300-летия, то мы и не увидим нифига. Добежали до набережной. Да, народ ждет салют. А салюта, походу, нету. Он, наверное, в парке 300-летия. Эх. Правда, они как-то спрятали салют в этом году. Блин, вот его явно видно. Ой, видно, слышно. Слышите? И вот народ весь приходит и уходит. Ну, они реально обломали. Салютом в этом году обломали. Не шутили, что не ходите на набережные. И вон весь народ, несолоно хлебавшись, пошли. Наверное, к метро, не знаю, или по домам. Слышите, как он бомбит прям? Вот такое 9 мая в этом году. Все, мы посмотрели. Все. Заканчиваю ролик. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео, пишите ваши комментарии. Я с вами прощаюсь. С вами был Игнат. Пока.